В Вышнем Волочке в доме, расположенном на улице Ржевский тракт, в огне пожара погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения. Следователями-криминалистами Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, допрошены очевидцы и свидетели. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших малолетних не имеется. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела. Очаг возгорания по имеющейся у следствия информации находился внутри жилого помещения. Точная причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы. Первым отделом по расследованию особо важного дела регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело. В пожаре чудом выжил еще один ребенок. Годовалый мальчик доставлен в Вышневолодскую ЦРБ. Его жизни, по словам врачей, ничего не угрожает. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействиям органов профилактики, а также работникам контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным нормам.